Чуть за ноги плавают. Это страшная штука. Мать! Как я понял, что она страшная штука? Валим отсюда! Ага! Всем привет, ребята! С вами Виктор, и это снова Сабнатика. Мы продолжаем наше путешествие по дну. Все на дно, господа, все на дно, поперли. Значит, я вернулся сюда, ребят. Я сюда вернулся, мне сказали, что я тут еще не доношу. А вон ящики, кстати. Надо в ящиках еще порыскать. Так, скоро энергия кончится, а вон какой-то еще аппарат валяется. Давай поплаваем тут, что это? Устройство? О, отлично, у меня теперь зарядка энергии ячеек будет, ребят, на базе. Кто здесь живет? Тоже, кстати, винтовка. Нет, эти вещи мне не нужны. Еще пара ящиков. Еще стазис винтовки. Да зачем столько нужно-то? Вы кого тут расстреливать-то собирались? Во, вижу. У них тут живописно на самом деле. Еще один КПК. Так, и вроде как говорили, где-то при входе там КПК у них должен быть еще. В каком-то ящике. Или это была ошибка человека, который писал? Потому что я здесь не вижу никаких ящиков. А, вот. Хорош, нашлось. Какой-то сигнал нашелся. Вон тут глист-червь. Это злой червяк, я точно помню. Так, отлично, ребят. Да нашли. Да что ж ты не туда лезешь? Да нашли мы все, что надо, давай почитаем. Давай почитаем, что мы еще нашли, выжившие из Дегази. Журнал Маргарет Мейды, свободно говоря. Эти вероломные, корпоративные, буржуазные, совершенно некомпетентные, эгоцентричные тупицы ни черта не соображают. Малец не так уж плохо, он даже полезен, но клянусь, каждое слово, которое вырывается из уст его дебильного отца, самовлюбленная ложь. Он хочет остаться в этой пещере, его проблемы. Это я делаю всю тяжелую работу, когда морские чудовища охотятся на вас, вы не прячетесь. Вы охотитесь на морских чудовищ. Затем строите из костей поверженных врагов лодку побольше и идете охотиться на более крупных чудовищ. Повторяю до тех пор, пока не останется ни одного чудовища, которое охотится на вас. Я пойду глубже, я найду то, что нас сбило. И я вырву это чертово сердце. Я начала готовиться. Малец научил меня, как делать эмалевое стекло. Я начала копить металлические руды, чтобы построить собственный мотылек. Перед уходом я обшарю грядки. Ага. Так, журнал Пола Таргала 2. Это, собственно, сам мужик. Вот этот вот. Знаете, что Мейда сказала мне сегодня? Она хочет построить жилище на глубине 500 метров. Более чем в километре к северо-востоку отсюда. И для этого ей нужны брат и Барт и я. Она вбила себе в голову, что сможет спасти нас, если будет действовать достаточно опрометчиво. Но я перевозил звездных нарвалов на Нептун. Пласталь в Федерацию. Моя семья владеет 9 разными горнодобывающими колониями по всему рукаву Ариадны. Мейда думает, что она лучше руководит. В ее контракте говорится иначе. Но, черт возьми, я просто не могу сказать. То ли это самая глупая идея, которую когда-либо слышал, то ли это моя единственная надежда. Мне на прошлой неделе стукнуло 80 лет. Я думал, что проживу еще 80. Но застряв на этой планете, я не смогу заменить свою печень. Когда старый откажет, здесь я смертен. И Мейда мне пригодится. Так что это моя ответственность. Принять решение. Вернуться на остров и надеяться, что то, что сбило Дегази с небес, не сделает то же со спасательным кораблем или отправится глубже в поисках ответов. И все это время надеяться, что старость доберется до меня быстрее, чем морские чудовища. Я отдам Мэйди должное лишь в одном. Она была права насчет этих пещер. Там достаточно лития, чтобы изготовить сотни тонн пластали. Хватит на целый чертов флот подводных лодок. Циклоп. Никто и никак не смог бы избежать крушения, но я был прав, приказав свернуть с курса. Если мы уберемся с этой планеты, о цене акций торгов заговорят на другом краю Федерации. Отлично. И поржал такой еще в конце. А ты червяки нас не будут жрать, которые тут плавают?
в глисты присосочные. Хоп, он такой в гриб, смотри, вошел. А, это те самые червяки, которые в грибах прячутся, про которых нам рассказывали. Так, что это такое? Ящик. Так, энергия ячейка. Так. Тихо, к грибам не подходить, да? К грибу не подходить, оттуда выплывают гадости. Так, поехали дальше, посмотрим, что тут у них есть. Мама. Я думал, там бездна какая-то. Во, еще что-то вижу. Много коробочек каких-то. Может быть, там какой-то будет кусочек чего-то полезного? Что-то они все какие-то закрытые. Это плохие коробки, они делают неправильный мед. О, КПК, что ли, или что? А, это информация. Что? А, это КПКшка, да. Какую-то КПКшку нашел. Мама. Снимай его. Крабозмей. Мать твою, ножом его. Да дай дофоткаю, идиот. У него мотылька чуть не сломал, прикинь. Мою Алиску чуть не поломали. Я что-то еще нашел, ребят. Возможно, это место их базы новой. Кто знает. Может быть, мне повезло. Мне кажется, надо выплыть отсюда, потому что здесь опасные твари все-таки живут. Надо найти где-то в потолке дырку. Собственно, видимо, я ее уже нашел. О! 17-я капсула. А ты что, где-то рядом со своей базой, что ли? Точняк, я рядом с своей базой выплыл, прикиньте. Оп, кончилось. Сейчас перезарядим. Отлично, перезаправили. Так, ну давай почитаем, что мы там еще с вами такое нашли. Что-то еще. Запись об окружающей среде. Значит, пользователь Полторагал запросил перекрестную сверку данных местного сканирования с идеальными условиями для постройки жилища. Отображение результатов. Большая подземная каверна с многочисленными входами. Условия поддерживают уникальный микромир хищных форм жизни. Небольшая структурная неустойчивость стенок пещеры, обширные залежи ресурсов. Средний индекс безопасности среды С. Индекс безопасности оптимального места для жизни Б. Участок 7 выбран в качестве оптимального для строительства жилища по следующим соображениям. Близость к одному из входов. На случай опасности средняя удаленность от хищных организмов, стабильный фундамент для постройки, готовый доступ к материалам. Ну это типа, откуда у них база взялась, видимо. Или это какой-то следующей базы уже место. Давай радио еще послушаем. Радио, приоритетное автоматическое сообщение со спасательной капсулы 13 с Авроры. Координаты прилагаются. Спасательной капсулы находится высокопоставленный пассажир Джучи Хаскар. Я сказал Хасар. Зачем я вообще должен записывать это? Немедленно отправьте представителей похоронного бюро. Хорош. Этого уже хоронить надо. Так, что у нас есть? Капсула 13. На борту останки высокопоставленного пассажира. 763 метра. Еще одно возможное жилище Дегази, 500 метров.
Так, это которая 19-я капсула. И 7-я капсула, которую я так и не нашел, где-то там. Ну что, пойдем все-таки 7-ю поищем. Ну как, какие-то останки еще корабля были в красной зоне. Во, нашел. Так, ребят, нам сюда. Отлично. Отлично, я нашел, что хотел. Сейчас мы тут, ребят, спарывать будем все это дело. Ну, я очень надеюсь, что здесь будут кусочки этой капсулы. Вода. Че, не капсула, а модификационные этой фигни. Давай, тягай, тягай, тягай. Эц. О. Устройство зарядной батареи. Отлично. Ну хотя бы батарейки теперь буду заряжать. Так, здесь ничего нету, да? Так, еще зарядка батареек. Ну уже не надо. Пару раз можно было в окно вас заплыть, прикиньте. Так, еще зарядка батареек. Чуток зарядок батареек-то много. Так, давай-ка мы наберем воздуха. Еще врежемся туда. Кто там чпокает меня? Так, теперь вот это скрываем. Но сначала я сюда. Так. Ящик с данными. Легкий баллон высокой емкости. Зарядка батареи. Нет, это все то же самое. Попутали. Какая-то фотка. Еще водичка. Так, в общем, вот здесь зарядка батареек, ребят. Зарядки батареек и больше ничего. А, ну еще какой-то баллон, да, прикольный. Нету здесь модификационной станции, но мне сказали, что она в грибах обитает где-то. Поплыли дальше, ладно. Так, но мы поплывем, конечно же, в сторону... В сторону большого толстого корабля. Ага, отлично. Куда надо плывем? Вот, там что-то есть. Стол какой-то. Какой-то стол. Да свали в туман. Вот ты мега пасть, а? Облизала, молодец. Так, какой-то еще ошметок, ребят. Ну-ка, ищем, как войти. Ага, вижу. Нет, закрыто. Может, я его уже облутал? Нет? Сверху. О! Отлично. КПК. Так, опять зарядка батареек лежит. И водичка. Давай вскрываем. Нет, вы считаете, что мне, что вода это самое необходимое для... Какая-то интересная дырка. Мне кислорода маловато осталось. Надо пойти кислородом подышать. Потом в ту кишку сплавать. А, понятно, можно не плавать в ту кишку. Можно было дырку не вырезать, а просто проплыть. Ладно. Ну, окей, бывает и такое.
Ничего интересного здесь тоже не оказалось. К сожалению. Ладно, плывем дальше. Что еще? Да я их уже облутал. Нет, я их не облутал. Отлично, ребята. Еще останки нашел какие-то. Ты посмотри, а. Я прям какой-то подводник, мастер. Ремонтирую, сверлю, пилю, выжигаю крестиком. Что-то... Ёлки. Что тут у вас? Да ладно, глайдер. Чё, прикалываешься? Я сюда ради глайдера шел. Что-то еще должно быть, я уверен. Фрагмент сборщика транспорта. Стазис винтовки. Но это уже повзрослее вещи. Опять глайдер. Нет, ребят, это я все знаю. К сожалению, и здесь пусто. Я на месте. Окей, вон туда нам. Сейчас я все-таки найду эту седьмую капсулу. Вкусы, горы то такие, то сякие. Ты смотри, меняются моментально, постоянно. Растения добавляются. Так, куда-то туда ниже. Вот они, эти скалы. Вот они, эти своеобразные скалы. Где-то здесь она должна быть, капсула эта. Видите, они вот так вот делают. Тихо, тихо, тихо. Вот вашу. Шли вон. Хорош меня жрать. Сейчас я спрячусь и починюсь. Прогнали, ты посмотри. Какие они... Нет, не дам. Моя, я буду чинить, пока ты будешь ее грызть. Отстань от нее. Засранка. Валим, 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 быстренько. Ай, черт, погнул. Так, седьмая капсула. Смотрите, видите? Вон они, эти горы. Шпилевидные. Шпилевилевидные. Надо искать дальше. Во, может там? Смотри, как красиво стоят. Ну-ка. Вот она! Ха-ха! Нашел! Вокруг вроде ничего нет. Вон туда нас смотрит. Смотрите, точно такой же кадр. Ладно. Как в тебя попасть? Там КПКшка. А вот дырка есть. О, машина? Ха. Электрическая колба для образцов. Что это такое вообще? КПК. Хорош, это ж Маркиплайер. Нормально. Засунули его сюда. Вот это такая, знаешь, отсылка прикольная. Серая кепка. Прикольно. Ну, в общем, зря искал на самом деле, потому что ничего такого здесь интересного-то и нет. Эх, а я-то думал, тут что-то мощное будет. А тут просто отсылочка. Выжившие с Авроры. Бортовой журнал седьмой капсулы. Я перепробовал все. Сгорели контуры ситуационного анализа на изготовителе. Я едва ли могу произвести даже самые простые материалы. Нужна батарея?
Вот, держи детскую игрушку. Нужно оборудование для погружения. Держи лабораторное. Проголодался? Дай-ка я превращу этот фрукт в труху. Остался метод проб и ошибок. Буду нажимать все кнопки подряд. Должно же наконец выйти что-нибудь полезное. А, вот откуда здесь столько шмоток у него появилось прикольных. Ну ёлы-палы, я-то думал, что-то прикольное будет. Ладно. Так, что у нас есть? Поплыли, может, тут к этой капсуле сплаваем, 19-я, 300 метров которая. Так, 250 метров. Странно, я все выше и выше забираюсь. Видимо, там какой-то сейчас вниз прям будет обвал. Провал. Где-то вот уже скоро. Или она провалилась прям к грибам куда-то. Она должна была вертикально падать к грибам-то. Она где-то подо мной уже. Точняк, вот она, дырка к грибам. Пошли. А нет, здесь не грибы. Опа, появилась ты, смотри. Хоть здесь и 300 метров, но это не грибной биом. Мне вот этот шарик надо взять, ребят. Из него аэрогель. Кто это? Кто это делает? Тут свет и так есть. Кто ко мне пристает, а? А, здесь пиявки-сосучки есть, ребят. Косяк. Пиявки-сосучки, ребят. Сейчас они мне дадут просраться. Нет, это яйцо существа. Непонятно, куда тела подевались. Так, пара КПК, ребят. Кто-то мне обещал здесь приятные вещи, но их тут нет. Так, ладно, ныряем. Давай почитаем, что у нас там появилось. Бортовой журнал помощника Кина. Всему экипажу, если вы читаете это, значит, вы следовали за автоматическим сигналом бедствия, отправляемым с бортового компьютера этой спасательной капсулы. Вопреки моим приказам, я был вынужден эвакуироваться. Вам приказано забыть о моей безопасности и попытаться добраться до назначенных координат места встречи на ближайшей суше. Я надеюсь увидеть вас там. Собственно, я на том острове уже был. Кин, это Аврора, ответь. Это Кин. Капсула отделилась штатно. Приземление через 30 секунд. Компьютер обнаружил сушу. Координаты прилагаю. Я хочу, чтобы ты собрал экипаж там. Понял вас, но... Теперь ты за них отвечаешь. Не подведи их. Капитан, вы должны эвакуироваться. Никак нет. Тебе нужен целый корабль, чтобы связаться со штабом по дальней связи. Я попробую управляемый спуск. Взрыв на борту Авроры. Капитан? Помехи. Вот так вот. Ну и что я тут должен был найти? Кто-то мне рассказывал здесь про аэрогель. Аэрогель, ты где? Может, это он? Или это опять яйцо какое-то? О, нашел гелеобразный мешочек. Вот он-то мне и нужен. А сколько мне их нужно, этих мешочков? Еще пара мешочков. Какие-то останки есть. Что это было? Что это? Фрагмент теплоэлектростанции. Ну-ка, давай-ка сюда приплывем. Здесь, возможно, что-то интересное будет. Так, мотылек. Давай, лисонька.
Заряжаемся. Так, где я? Я что-то потерял ориентацию. Их можно посадить? Все, понял, нужно еще гелевых мешочков, чтобы ножиком собрать. Что это там такое? Стоять 300 метров. Ниже нельзя. Какой-то баллон. Капсула времени. Модуль теплового реактора циклопа. Жесть. Чё я нашел? А это яйца. А вон мешочек вижу. Инвентарь полон. Ну как не кстати, а? Большая бутылка чистой воды. Ух ты. Так, а сколько из него семян выпадет? Давай машину скинем. Нафиг она не сдалась мне. А, и все это я не добыл. А, нет, добыл споры. Все, ладно, споры есть, поплыли. Чуть за ноги плавают. Это страшная штука. Мать! Как я понял, что она страшная штука? Валим отсюда! Пошли нахрен отсюда! Черт, куда-то я врезался. Как выйти-то отсюда? Ведь дыра. Воу-воу-воу-воу-воу, зря я в дыру, наверное, пошел. О, охренеть, что это было? Что это было, ребят? Какая-то фигня. О, что это там какие-то... Что это такое? Какая-то постройка. Инопланетная вентиляция. Нифига себе. Вот это я удачно зашел, ребят. Кого-то задавил. Штука красненькая. Рубин. Воу. Круто у них тут. Так, ладно, давай на подъем. И все-таки где взять... А, модификационная... О. Отлично. Здесь еще что-то есть. Погоди, подъем отменяется. Какая-то рука валяется. Сейчас мы ее... Фрагмент торпедной установки, костюма, краб. Торпедная установка. Тут еще у вас есть. Мне уже нравится то, что у вас тут лежит. Я прям очарован. О, это что такое? Фрагмент теплоэлектростанции. Темно пипец, как. Как сами знаете у кого. О, стыковочная шахта, супер. А ты кто? А, понял. Ух, как я удачно сюда зашел, а? Так, это просто кусок какой-то обшивки. Вот еще торпедный аппарат. Ух, я чувствую, у меня краб-то будет боевым. Биоразнообразие в данном регионе необычайно низкое, причина неизвестна. Да то, что тут вентиляция стоит.
О, дырочка. О, модификационная станция, ёлки-палки. Ну, наконец-то! Она у меня появится. Нужен только третий фрагмент. Есть! А-а-а, супер! Сколько добра я вывожу отсюда, ребят. Как классно, что я сюда приплыл, к этой 19-й капсуле. Ну-ка, мотылёк, дай попить. Смотри, там можно проделать еще дырочку. Сейчас мы еще сходим дальше. Посмотрим, что там. Давай подплывем. Поехали. Здесь можно проделать дырочку. Где тут дыродел? Термоклинок. Когда я успел его сделать? Я его не делал. Он у меня сам появился. Когда я успел... А, это, наверное, из капсулы времени термоклинок выпал, да? Ящик с данными. Укрепленный костюм ныряльщика. О-о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 -
Кто-то вспомнил про донат. Это Малфа, та-та, по-моему, тут топтуны рядом. У них под ногами куча ресурсов. А, это топтуны, да? Я понял. Ребята, я, в общем, здесь вытащил все, что только возможно. Модификационная станция опять. Я, по-моему, такую тонну ресурсов отсюда. Точнее, не ресурсов, а... ингредиентов вытащил. О, дырка. Так, давай вокруг еще поплаваем. Наверняка что-то еще есть. Так, здесь я посмотрел. Торпедный аппарат я пособирал. В этом модуле я побывал. А, собственно, все, да? А вот еще рука какая-то, да? А, вот так, стыковочная шахта. А, я теперь могу и стыковочную шахту сделать. Ну, я вообще король. Ох, чувствую, мне придется настроить кучу всего. Так, давай глянем чертежи. Термоклинок, нож плюс батарейка. Гениально! Улучшение транспорта, торпедная установка костюма краб. Уже могу делать. Аэрогель опять. Так, как аэрогель делать? Аэрогель. Укрепленные синтетические волокна. Как их делать? Аэрогель. Рубины гелеобразные. Мне рубины нужны. Мне этого аэрогеля нужно немерено. Пошли рубины еще покопаем. Мне нужно еще как минимум 3 рубина. А, собственно, вот они растут, их тут много. Видимо, не так уж и редки. Давай тогда еще рубинов найдем, раз они такие прикольные. А? Здесь не видно. Так, главное глубже 300 не уплыть, а то это будет номер. Да пополню, пополню, не переживай. Вот увидите, собирательство началось. Она мне калориями заманивает. Пожрать всегда успеем. 5 рубинов, ребят. Нормально? Ну, там еще есть. Ну ладно, 5 рубинов пока. Черт! Стоп, 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 она присосалась ко мне. Кто-то вспомнил про донат. Это мелмоната. 5 капсулы времени оставляют игроки, прошедшие игру. Так что это подарок от другого игрока. Ты такой же будешь оставлять. Положить можешь, что хочешь. Ух ты, круто! Как прикольно! Супер, что они такое сделали вообще. Ну, ребята, на базу. Ух, классно! Пошли посмотрим, что мы можем теперь строить. И какие ингредиенты нужны для этого. Модификационная станция, микросхема, титан, алмаз, свинец. Легко.
Рубин, ё-моё, два рубина, расширенный комплект проводов. Вот медяхи сожрет неплохо, зарядное устройство для батареек. Детали базы, стыковочная шахта, о, титановых слитков сколько. Нужно будет титана, значит, накрутить. Внешние модули. Теплоэлектростанция у меня появилась, титан, магнетит, аэрогель. Вот это как, кстати, наружная грядка, которую нужно сделать, чтобы посадить туда эти ячейки, да? Так, грядка, да? Тут прям. Farming alien plants is a proven survival strategy. Craig McGill survived 47 months on a healthy. Отлично. Крейг Макгилл выжил в течение 47 месяцев, питаясь поле. Не дочитал, погоди. Биоразнообразие. Так, так, так. Выращивание инопланетных растений является проверенной стратегией выживания. Крейг Макгилл выживал в течение 47 месяцев, питаясь полезными сырым салатом из древесных тараканов и болотных корней. Мощно. Рубинов надо было больше собирать, я так понял, да? Так, ну для стыковочной станции мне не хватает титана еще. Но титана и титана еще куча целая. Поэтому я пока не буду ее строить. Давай. Модификационная в любом случае нужна. Давай. Так, электроника. Микросхема, золото, медный провод. Надо еще золото взять. Радио раздражает. Пиликает и пиликает. Перестань пиликать. Так, есть микросхема одна. Так, что там было? А, все готово. Кто стучится? У меня такой будет при входе, ребят. Все. Все при входе. Ну, наконец-то. Улучшение ножа. Улучшенный кислород. Кислородный баллон высокой емкости. Пласталевый слиток. И 4 лития. Можно кислорода сейчас себе... Кто это делает? Так, я могу себе очень крутой баллон сделать. Улучшение ласт. Силиконовая резина. Две штуки. Ты издеваешься, эй. Кто это делает? Хорош тюкаться там, в иллюминатор мой. Улучшение репульсионной пушки. Улучшение циклопа. Так, значит, силиконовая резина две штуки. Я сейчас выйду ведь? Кто тут балуется? А, это ты что ли, да? Ну дает, а. Так, силиконовая резина, по-моему, из всех желтых делается, да? Не помню, по-моему, да. Сейчас вспомним. Welcome aboard, Captain. Так, изготовитель. Да, силиконовая резина. А, две штуки из одной штуки делается. Окей. То, что надо. Все. Значит, вторую можно съесть. Можно еще резину сделать, ладно. А, смазка нам пригодится. Давай. Смазка пригодится точно. А, можно пластаревый слиток сразу бомбануть. У меня тогда титана не хватит. Алан, давай. Давай. Про потом собирать. Делаем титановый слиток. Значит, нам нужно два лития сюда. И еще на ласты нам нужно
Еще один литий на ласты. Окей, три лития мне дайте, пожалуйста. Один. Литий у меня вагон. Я как тогда сплавал, так до сих пор тащусь. Так, надо ласты еще снять. Погоди. Мочи мне мегаласты. У-у-у, я теперь еще и плаваю, хорошо. Зашибись. Хорошо. Так, пласталевый слиток. На глубине удобно в костюме ходить. Все сделаю, ребят, все сделаю. Так, что тут у нас? Кислородный баллон. Легкий баллон высокой емкости. Отлично. Так, и там нужно было еще 4 лития, да? Еще 4 лития. О, как круто, а. Они лития считают, ребят, дорогим материалом. Это здорово. Я теперь могу... А, он баллон надел на себя, да? Черт, я не то сделал. А, это разветвление. Это легкий баллон, а это баллон с... Ёлки. Что тогда легкий баллон, чем он лучше-то? Нужно было тот делать, да? А как разница, легкий баллон или нелегкий? То есть в этом больше кислорода, а этот чем отличается от того? А можно два баллона с собой носить и... Раз так, перекинул на спину второй баллон. И он нормально заработал. Нифига себе он огромный. Сколько в нем? Да ладно! 225 кислорода, ребят. Не, нафиг, легкий ты мне не нужен. Легкий ты мне не нужен. Куда тебя деть? Давай выкинем также. Вот мы разберемся, кто тут стучится к нам. Спасибо, легкий. А, вот что тут происходит. Они жрут мой мотылек. Тихованная рыба какая-то. Она кушала мой мотылек. Ресурсы кончились, соответственно, ресурсы надо добывать. У меня теперь много кислорода, у меня быстрые ласты. Но мне нужно еще много чего построить. Мне нужно еще построить зарядное устройство. Мне нужно еще попробовать водочистную станцию сделать. Конечно, почему бы и нет. Обязательно нужно будет сделать домик для... Алиски. Здесь титана просто немерено потребуется. У меня столько нет, то что титан нужно будет собрать. Вот. Но это уже, возможно, к следующей серии вы уже прям увидите. Это как готовое что-то, да? Я не знаю. Скорее всего, наверное, так и получится. Вот. Но пока... Всем спасибо за внимание. С вами был Виктор, канал Витек Плей. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Делитесь с друзьями. И показать я вам ничего не могу интересного. Просто... Позитивно. Пока.